Yeah.
Aleluya.
И что вы
ты нас всем любишь, когда мы не... Как? Что? Когда мы не послушны. Спасибо за все. Cheer us and keep us.
Я поздравляю дорогой пастор Санде, но если чуть длиннее, я поздравляю брат, младший брат. Днем рождения. Хотелось бы чуть рассказать события, которые он не знает, когда его родился. Но я получил приложение писать книгу об этом недавно. Буквально 30 минут назад, поэтому не хочу коммерческий интерес потерять. Но я все равно вам скажу. Где-то в июне, 4 июня 1967 году, меня одна женщина, моя мама, просила меня, я журналист, я начал свою профессию таким образом. Она просила написать на стене дату 28 мая 67 года. Чтобы не забыли это, и говорили... Да, я написал прямо на стене. Дело в том, что я еще написал там Sunday. Родился, Я настаивала всю жизнь назвать его Олонова. Наверняка вы знаете, каждый мат видит своим клиентом Бог. Да? Это не вина, если жизнь разочаровать ее или нет, потом, но каждый мат считает, что сын всегда обозначает Бог. Вот с тех пор это парень, который Бог, я слышал выступление недавно. Кто-то говорил, хорошо, что пастор видит все трудности на Украине. Я говорю, ну ладно. То, что он видит у меня, то, что на Украине, это пустяки. Потому что, когда он жил у меня, я был очень... Сейчас говорит об этом, очень дисциплинированный. Я составил его практически все это. И я очень рад, как в Библии написано, что, как Иисус говорил Мать, когда он еще выпустил, говорил, что вот это сейчас, вот это мама, вот твои братья и так далее. Я очень рад, что на Украине и по всему миру у него появились вообще другие матери в виде пастора Наталья, сестра, жена, все женщины, которые тут, они уже как другие сестры, братья, вот Вези, как его принимает. Поэтому даже неуместно говорить, что я его брат, как он питает. Самые близкие братья для него, и самые близкие сестры, матери и отцы для него сейчас, это именно вы, которые делают его таким, которые осознали его, которые дали ему возможность осуществлять вот путь, который Бог выбрал для него. Поэтому, Олонова, я тебя поздравляю с днем рождения еще раз. Ну, короче, брата, и для меня тоже. Как всегда. Спасибо за честь, за привилегию чтить его
потому что все его мы чтим Богу. Будем совершать наш праздник сегодня тортом. И просто хочу объяснить смысл этого торта. Мы видим корону. Это символ того, что мы с вами являемся цари и судьи земли. Мы видим мантил. Это знак власти и помазания Божие на каждом из нас. И также мы видим торт в виде лестницы. Да, видно, да? Это прообраз лестницы Якова, восхождение к Богу, восхождение на небо. И это все мы видим в лице нашего пастора. Пастор, вам, Бог дарует вам корону, она есть. Бог дарует вам мантру, она есть. И есть лестница славы. Вы восходите к небесам. Бог поднимает вас выше в духе. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что вы причина сегодняшнего праздника. Спасибо за ваше влияние в нашей жизни. Спасибо, что судьба соединила нас, и мы все стали большой семьей Божией. Благодаря вам. С днем рождения вас. Давайте споем. А, еще надо зажигать. Помогите мне зажигать. Пастор, может быть, вы подходите все-таки? Обязательно, потому что вам нужно разрезать этот торт. Jehovah,
This is to the Most High God. Come on.